1 августа три мушкетера Европарламента порадовали нас новыми уколами шпаг. К счастью, и как обычно, тупыми. Руководители делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюрант из Эстонии, постоянный докладчик по вопросам Армении в Европарламенте Андрей Ковачев из Болгарии и постоянный докладчик по Азербайджану Желяна Зовко опубликовали совместное заявление, драматично названное «О серьезном гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе». Уместно напомнить, что великолепная тройка Европарламента однажды уже села в лужу. Не далее, как весной этого года, эти парламентарии уже принимали совместное заявление, где, в числе прочего, выражалось недовольство установкой Азербайджаном ППП «Лачин» 23 апреля текущего года. То есть трое политических деятелей среднего возраста и определенным опытом работы в международных организациях, привыкшие шаркать лакированной обувью по мягкому ковролину страсбургских и брюссельских кабинетов, пытались втолковать Азербайджану, что создание пограничного пропускного пункта на собственной суверенной территории несет опасность не какой-то иной стране, а Азербайджану, которому пришлось пройти в последние десятилетия огонь, воду и медные трубы, и вторжение врага, и безразличие мировой общественности, и несправедливые обвинения в каких-то противоправных действиях, но все преодолевшему, восстановившему свою территориальную целостность и ставящему мат соперникам на дипломатическом поле государству. Радует, что хотя бы юристы Международного суда оказались более компетентными и не обнаружили, что погранично-пропускной пункт препятствует движению по Лачинской дороге, что и отметили в своем постановлении от 6 июля. Казалось бы, после этого престыженным борцам за права и благополучие первого христианского народа сидеть бы тише воды ниже травы. Но нет. Они продолжают, как ни в чем не бывало, терзать принтер Европейского парламента своим псевдо-юридическим творчеством. Вот полюбуйтесь. Мы глубоко обеспокоены стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе из-за продолжающейся блокады Азербайджаном Лачинского коридора, в нарушении своих обязательств по заявлению о прекращении огня от 9-10 ноября 2020 года. Так начинается их новый пасквиль. Невооруженным взглядом видно, что в этом абзаце содержится презрительное неуважение как к Международному суду, так и к президенту Совета Европы Шарлю Мишелю и к модерируемому им переговорному процессу. Мишель в своем последнем заявлении по итогам двусторонней встречи глав Азербайджана и Армении не использовал словосочетание «Нагорный Карабах», называя регион «бывшая Нагорно-Карабахская автономная область». А вот употребление евродепутатами словосочетания «Нагорный Карабах», приказавшего долго жить по итогам 44-дневной войны, с одной стороны, стопорит переговорный процесс, а с другой – лишает весь Евросоюз доверия со стороны Баку. Добавим также, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года Азербайджанская республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Именно соображение безопасности, в числе прочих причин, особенно после обстрела 15 июня этого ППП армянской стороной, вызвали необходимость пропускать только автомобили для медицинской эвакуации и доставки. Мы полностью поддерживаем и присоединяемся к заявлению верховного представителя ЕС Жозепа Борреля от 26 июля 2023 года. Мы осуждаем продолжающуюся блокаду гуманитарных поставок и политизации гуманитарного доступа, что еще больше усугубляет и без того тяжелую ситуацию в регионе, продолжает грозная тройка. Непрофессионализм и отсутствие элементарного логического мышления отражается в обвинении Баку в политизации гуманитарного вопроса. На самом деле именно Армения и ее покровители в лице Жозепа Борреля, еще одного представителя проармянской партии в ЕС, политизируют вопрос, отказывая карабахским армянам в доступе к дороге Агдам-Ханкенди. Ведь если проблема сугубо гуманитарная, ежели таковая вообще существует, то добрые сердца в Армении, Европе и армянской общине Карабаха должны бы ухватиться за любую возможность, чтобы ее решить. Так почему они отказываются от дороги Агдам-Ханкенди? На этот вопрос существуют два ответа, и оба они верны. Первый. Никакого гуманитарного кризиса и тем более голода в Карабахе нет и в помине. Второй. Как мы уже сказали,
армянская сторона и ее покровители таким образом политизируют гуманитарный вопрос. Для них стремление воспрепятствовать реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество превалирует над гуманитарными соображениями. Словно подтверждая наши мысли, европейские «слуги народа» выдают пассаж ужасающе бездарного с точки зрения здравого смысла содержания. Предложение Азербайджана об оказании помощи через Агдам необходимо разграничивать от существующего обязательства в отношении Лачинского коридора, которое необходимо соблюдать. Гуманитарная помощь должна быть допущена в регион, и любое препятствие для доступа является нарушением международного гуманитарного права. Открытие дополнительных маршрутов можно только поощрять, но это отдельная мера, которая должна быть взаимно согласована в контексте прямых переговоров между Баку и Степанакертом, говорится в заявлении трех мушкетеров. А ведь последняя фраза – это еще одно игнорирование Шарля Мишеля, который в заявлении, согласованном в том числе и с армянской стороной, не употреблял формулу «переговоры между Баку и Степанакертом», а указал вместо этого на «диалог между Баку и армянами, бывшей Нагорно-Карабахской автономной области». Таким образом, грамотеи умудрились ошибиться дважды в одном предложении. И уж, конечно, нет особой необходимости говорить, что Европарламент не обладает никаким правом наделять армянскую общину Ханкенди переговорным статусом. Более того, своим настойчивым отказом принимать во внимание Агдамскую дорогу, Кальюрант, Зовка и Ковачев чинят препятствия для доступа гуманитарной помощи в регион, а значит, следуя своей же собственной логике, нарушают международное гуманитарное право. Таким образом, энтузиасты армяно-европейской солидарности обречены ходить по кругу без нужды, множа бумажки с текстами. Однако, так уж без нужды? Коррупционная связь Марины Кальюрант с представителями армянской диаспоры не раз становилась темой публикаций в СМИ. И похоже на то, что армянской диаспоре не стало уроком более чем 30-летнее бессмысленное вливание миллионов долларов на лоббирование армянского проекта. Эта кампания не смогла спасти Армению от разгрома и тем более не сможет помешать Азербайджану осуществить реинтеграцию Карабаха. Однако один положительный фактор в заявлении трех все-таки есть. Это сам факт озвучивания наличия Агдамской дороги. В контексте армяно-азербайджанского урегулирования стало уже общим местом приводить в пример пять стадий принятия неизбежного. Сейчас Европа осторожно произносит «Агдам» один раз, завтра произнесет три раза, а через месяц только и будет говорить, что об Агдаме.